11 минут 288 рублей. Хуи. 220 показывает. А вы можете ехать, нет? Куда? Куда я должен ехать? На этой мелочи уже некуда деваться. Кто-то подцепил машину. Сегодня еще, видимо, у всех водителей магнитные бури. У тебя такие сложности прям, братан. Пепельница, мелочи. Утро доброе, дамы и господа. Время 7:16. Пробег 250. По данным у нас 4.92. Активность 92. Золото по нулям. Все как полагается. Сейчас окошечко отойдет и выходим на линию. Ну все, более-менее. Выходим на линию. Ну нормально. Уже ее возил. Дама в мегаполис поедет. Все, погнали. Как говорится, удачного рабочего дня, удачные смены. Ништяк так-то с мигалками проехаться. Пожалуйста, не звонят. Спасибо. 11 минут 288 рублей. Сразу в летик залетел заказик. Пожалуйста, до свидания. Двадцать три минуты 258. Ничего страшного. Хотя как бы, ну, нихуя себе. Как всегда. Не на той полосе стоишь. И он тебе дает другую сторону. На этом перекрестке Ленинский и Черняховского камера стоит. Движение по полосам. Что-то, блядь, мигает, сияет. А ну вообще ништяк, короче, они встретились нормально. МЛ-очка скорая. Да, вот тебе и утро. Ну, еще одна авария на пустом месте только что. Пожалуйста. И вам тоже, до свидания. 11 минут 99 рублей. Бля, вон странный. Здравствуйте. Пожалуйста, до свидания. Спасибо за поездку. О, как разгорелось-то, а? 220 показывает. Только я сомневаюсь, что что-то за 220 придет. Тут прям все в воде. Можно будет чуть-чуть дальше? Потому что уже прям разрезает. Спасибо большое. Пожалуйста, и вам тоже. До свидания. 10 минут 121 рублей. Итого за полчаса я сделал только один заказ 121 рубль. Один заказ отменили. Начал подъезжать, уже почти подъехал. Отмена. Чувствую, будет веселая смена. Заработок будет очень жирный. Опачки. Здравствуйте. А это на Ленинске, да? Да. Чёрт, приложение не показывает. Две машины вызвал. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Уже вот не первый раз прилетает заказ со Спара и СНТ Дружба.
нафиг надо. Ну, как бы далеко и смысл. Плюс еще дешево, типа это там, где выше спрос. Заказ. И как всегда, не вовремя, не с той полосы. Перестраиваемся. Не, а что, нормально так тоже. Без понтово встало просто и все. А вы можете ехать, нет? Куда? Куда я должен ехать? На Северный вокзал. Не, не могу ехать. Вот тело, бля. Навонял свои сигареты несчастные. Здравствуйте, Соня. Здравствуйте. Этой мелочи уже некуда деваться. Вот как он считает? 19 минут 128 рублей. А за 11 минут 156 рублей. Пожалуйста, до свидания. 10 минут 114 рублей. И аэропорт пропустить. Смысла нету. Гарантийную сетку загублю. Вот это поворот. Кто-то подцепил машину, пока, видимо, я ехал. А я даже и не почувствовал. Ебать, бывает же так. Пускай этому человеку, который так сделал, еще и съебался. Но работы совсем нету. Это я уже доехал с пригородной до острова. И ничего, в принципе, не прилетает. Вообще ничего нет. А прилетают только всякие длинные заказы. По 17, по 20 минут. Сегодня без гарантийки по-любому выйдет. Заказ! И опять крутиться, вертеться. Ну что такое, а? Что-то как-то в последнее время с уважением на дороге совсем все печально. Каждый думает только о своей шкуре. Здравствуйте. До свидания. Сегодня еще, видимо, у всех водителей магнитные бури. Уж как-то они слишком неосторожно ездит, ну, блядь, живой пример. Блядь, ну ты пиздец, блядь, нахуй. Ты не можешь назад сдать, что ли, или чё? Чё говоришь? Назад сдавай. А чё, там сзади машины как бы есть? Нет, там проездок поместится. А чё, ты не можешь назад сдать? Нет. Почему? Я пропускаю грузовик. Тебе не проще назад сдать? 3 метра. У тебя такие сложности прям, братан. Да. Да? А ты что? Смотри, он сигналит, люди. Тебе сигналят? Ты что, ну не мог? Я еду по своей полосе, ты по полосе. Ты не мог постоять, что ли? Не мог? Да, а почему? Почему ты не мог? У тебя место. Куда эти? Ты посмотри сзади, какая колонна стоит. Из одного тебя... Себя снимай. Я-то себя снимаю, не переживай. Это вот как раз то, о чем я говорил, что ну, никакого уважения, в принципе, понимания нет у людей. То есть он захотел, он, блядь, принципиально не будет пропускать. А то, что там сзади целая колонна машин собрана, ему по барабану. Тоже разное. Выглядит-то разное. Что можно видеть? Ты ж... У мужика логика железобетонная, то есть он одну машину пропускает,
а вторую машину он не хочет пропускать. И ему, в принципе, все равно то, что сзади там как бы машинки едут. Его это, в принципе, не колышет. И то, что из-за него создается пробка, его это, в принципе, тоже не колышет. Зато он прав. По правилам он герой. То есть вместо того, чтобы... То есть вместо того, чтобы просто 3 секунды подождать и пропустить поток машины, он показал свою гордыню, он показал, что он крутой, он знает правила. Ну а то, что это, в принципе, неразумно было, его это мало, ну, колышет. Че, тоже спереди? Мерзнете? Здравствуйте. А, понял. Слушай, я сейчас что-то вот вышел только, знаешь, что-то такой, прямо это, гололедик такой. Ну, это подморозило. Ну, как, знаешь, где-то минус 3, блядь, но все равно с нуля, когда была каша, где жопа. Такое, знаю, да, это часто такая хуйня, на самом деле, бывает, зимой. Срочно. Скажите, пожалуйста, сколько там? 157 рублей. Правильно мелочи, да, там? Угу. Это вон, сколько мелочи дали. Целая, это, пепельница мелочи. Куда ее девать? Плюс вон десяточки валяются. Сейчас информация для тех, кто хочет подключиться или не знает, куда подключиться. Есть местный калининградский парк, называется «Приоритет». Моментальный вывод средств, подключение любой национальности. Покупка смены 200 и выше, в зависимости от того, кто сколько работает. А если ты смену не покупаешь, то ты всего платишь 4 рубля с одного заказа. А для тех, кто подключится от моего имени по промокоду Мишаня Драйвер, получает 3 дня бесплатной работы без комиссии парка. То есть ты можешь платить только за Яндекс. Получается, ты работаешь как самозанятый. И да, за парк ручаюсь своей головой. Если кто-то там вас кинет в этом парке, то можете мне плюнуть в рожу. Наверное, один из немногих парков, который переводил деньги на новогодние праздники. У них, ну, всегда было моментально можно было вывести. Так что рекомендую парк. Что, свежачок, что ли? Тройничок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут пахнет заебись. Не то, что у некоторых, да? Та же ситуация. Перинатальный центр. Скорая приехала. А бэха-то мешает. Зачем там ставить на машину? Тоже непонятно. Что-то заказы все дает такие прям... выше 100 рублей. Сначала вроде начал давать более-менее заказы, а потом опять поперло вот это 180, 190, 200. Просто все создает. Тридцать 8 минут, 358 рублей. Да уж. Хоть 350, а не 180. Ну, все, в принципе-то.
получается время 7:21, пробег 493. Проехал я 245 километров. Линии был 10 часов, 2 часа не работал, по своим делам ездил. А так пока вот 24 заказа, 3727. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Не стесняемся, высказываем свое мнение. Но попрошу без мата. То есть можно как-нибудь по-другому писать, но без мата, чтобы мата не было. Такая вот смена вышла. Если бы не прокатывался бы 2 часа пока на заправку туда-сюда, то было бы побольше. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания.